«Что со мной произошло?» – пробормотал человек, приходя в сознание после операции. «Вы попали в автомобильную катастрофу, и вас прооперировали. Значит, я в больнице?» «Да, большей частью». Спускается мужик по лестнице. На втором этаже сосед держит кота в руках и благим матом орет ему на ухо. «Хочу Люсю из 56-й! Хочу Люсю из 56-й!» «Сосед, ты зачем коту на ухо орешь? Мне нельзя? А ему всю ночь под окном можно?» Мужик забегает в ресторан и сходу кричит бармену. «Наливай быстрей, сейчас начнется!» Бармен наливает и спрашивает. «Что начнется?» Мужик опрокидывает рюмку и говорит. «Быстрее, вот-вот начнется!» Бармен наливает вторую, мужик опрокидывает ее, и тут бармен спрашивает. «А платить-то кто будет?» «Ну вот, началось!» Обвиняемый. «Почему вы ударили мужчину из соседней квартиры?» «Он тайком разводит кур, и это в городской квартире на 12 этаже!» «Чем же это вам помешало?» «Я 3 месяца лечился у психиатра, считая, что кукареканье – плод моего больного воображения!» «Извини, но я не буду заниматься сексом до свадьбы!» «Ты тоже извини, но я не стану устраивать свадьбу ради секса!» Блондинка собирается в поход. «Так, надо взять стринги. Так, что еще? А, стринги. А еще? Да, стринги». Мама ее говорит. «Доча, ну ты хоть палатку бы взяла». «Мама, будут стринги, будет палатка, будет спальник, все будет».